Сотрудникам Углегорской теплоэлектростанции рабочие места вернут к середине июня. Об этом сообщил губернатор области Андрей Шишацкий. По его словам, восстанавливать штат начнут, когда закончат разбор завалов. Это произойдет не раньше начала лета. Кроме того, глава региона подчеркнул, в этот же период подготовят перечень неисправностей и начнут заказывать первое оборудование для реконструкции энергоблоков. Жителям Светлодарска к следующему отопительному сезону обещают вернуть в дом тепло. Мы, не дожидаясь, уже сделали проект. Вчера он буквально вышел с экспертизы котельной, которая обеспечит город Светлодарск теплом уже в октябре. То есть вовремя людям дадут тепло, теплую воду, и люди будут проживать в нормальных, комфортных условиях.